Здравствуйте, дорогие подписчики. Мы находимся на садоводе на линии 29, павильон 59, итальянцы Сумкова Оксана. Здравствуйте, Оксаночка. Здравствуйте, Рахим. Здравствуйте, дорогие наши подписчики. Сегодня у нас будет длинный ролик, так что пройдемте. Девочки, сегодня длинный ролик, покажем общее, ну, мы коротенькие уже снимаем по каждой модели, но еще просят клиенты именно, чтобы были длинные ролики общие по моделям. Ну, давайте начнем, покажу пчелку. Вот такая модель, 5000 оптовая цена, в ролике она есть, коротенькие ролики есть по этим моделям. Смотрите, такая модель, длина убирает. Так, далее. Царапка, вот она, 3800 оптовая цена, это моя личная сумка. Смотрите, кожа саваж как разнашивается, то есть этой сумке уже много-много лет. Вот она, видите, любая сумка из кожи саваж вот должна быть вот такой. Поэтому 3800 оптовая цена. Юль, подай, пожалуйста, мою пивалину. Сейчас покажу. Так что очень, ну, ремень. Смотрите, такая сумка из кожи буйвола, 5000 оптовая цена, это моя личная сумка. Смотрите, вот я могу ее царапать, видите, она потом зашлифуется, я не боюсь. На ней уже при носке, когда долго носишь, царапины не остаются. Вот я ее слышно, да? Ну, она потом зашлифуется, я ее просто могу влажной салфеткой протереть, и все. Вот они новые. 5000 оптовая цена. Смотрите, девочки. Также по поводу этой модели я все рассказывала, показывала. Все, здесь идет на 3 отдела. Карманы, вот это клеймо. Такое клеймо стоит только на наших сумках. Швы ровные, аккуратные. Все здесь. Да, вот здесь вот на стыках все очень аккуратненько сделано. Поэтому я могу сказать, что да, именно моя фабрика, вот эта, которая отшивает полукруг буйвол, это самая лучшая. Расцветок очень много. Вот царапка, смотрите, ну сюда, конечно, входит очень много, она очень вместительная. Еще раз говорю, кожу надо разнашивать. Сейчас я покажу, как разношенная смотрится. Когда кожу разнашиваешь, она абсолютно по-другому уже сидит, по-другому, и вид у нее другой. Вот видите, вот она. Такая послушная, гладкая стала. Вот эти все морщинки проявились. Это и есть кожа саваж. Это у вас новый костюм модный, Оксаночка. Спасибо. Рахим, куда? Прическа как классно вообще. Спасибо. Прям меня в краску угоняете. Не, ну правда, так и есть. Да, спасибо. Самая красивая девушка в садоводы, только в этом павильоне. Спасибо. И приятно и красиво. Ну. Нет, это честное слово, так и есть, правда я говорю. Это может твое мнение такое. Ну и все так думают. Ну хорошо. Так, смотрите. Вот такой вот блиц. Блиц с заклепками. 6500 оптовая цена. Внутри у нас и дополнительный ремень. Прям Рахим вогнал меня в краску. Так, далее есть блиц вот такой. С двумя пряжками. Также я их показывала в коротеньких роликах. Девочки, если надо, подробно прям показывала эти модели. Вот такой вот длинный ремень. И блиц вот такой. Также есть ремень 4500. Стоит вот такой блиц.
Вот цвет вообще шикарный, коньячный такой красивый. Смотрите. Далее вот такие лабутены. Сейчас я надо пройти. Вот такой лабутен горбик. Есть дополнительный ремень. Сюда, кстати, входит ноутбук очень даже свободно. Смотрите. Вот такие вот. Семь тысяч шесть пятьсот. Такие модельки. Такая модель. Я, наверное, покажу в таком в рыжем цвете. Она более выигрышно смотрится. Я показывала кожу тоже в роли, когда вот это с мраморным прокрасом очень. Интересная кожа идет. Юль, достань кожу, принеси. Сейчас покажем. То, что немножко покажу по вот этим моделям. Вот. Что такое вообще идет мраморный прокрас. Такая сумочка. Также она есть в роликах. Цвета дополучим. Здесь вот, вот он. Юля передала мне кусок кожи. Вот такой вот. Она идет в рулоне. Такой, ну это... Именно. И вот с обратной стороны хочу показать, это красится все вручную. Когда руками берут, вот это все, оно, естественно, может быть и посередине. Вот видите, мраморный какой прокрас. И кожа отличается вот здесь вот и вот здесь, потому что стоит на улице, и все у нас ее трогают, трогают постоянно. Уже даже видно, как она разнашивается. Это, то есть ничего здесь не трескается. Вот вы ее можете сгибать, все что угодно. Такое же клеймо. Вот это и есть мраморный прокрас. Это буйволиная кожа. Ручной покраски. Вот такая модель еще. Есть дополнительный ремень. Тоже я говорю, по каждой модели, девочки, есть ролики. Смотрите, коротенькие ролики. Там очень подробно все показано. Дальше. Такая сумка. Ну, здесь идет текстильный вот такой ремень. Смотрите, вот такая модель. 7000 оптовая цена. Вот она большая, вместительная. Цвета есть. Разные расцветки. А, Юля, дай конверт, пожалуйста, на улице. Такой багет. Есть они в коже и есть замши. Так, ищу, где замши. Давайте покажу вот эту. Вот эти сзади я вшивала молнию. Делала. Ну, здесь сложнее, когда идет посередине вот этот шов. Надо ставить целиковую кожу. Поэтому это сложнее. 5500 оптовая цена таких багетов. Ремень. Смотрите. Такая вот. 5500 оптовая цена, еще раз повторяю. Вот такая вот сумочка Мико на три отдела. Внутри три отдела. Есть карман потайной, здесь клеймо стоит, герб Флоренции. Четыре тысячи оптовая цена. Еще, девочки, цены могут меняться. В Телеграм можно смотреть, где-то бывают акции, что-то, цены, так что меняем. Поэтому смотрите, есть вот такие вот, круглая ручка. Внутри одно отделение. Карман, потайной карман и длинный ремень. Большой и средний размер. То есть сзади кармана нет. Вот такие вот модельки. Да, я вам покажу такой конверт у нас. Смотрите, он есть в цветах. Двусторонний. Внутри вот такая сумочка. Она крепится. Такой. Здесь кожа руга. Смотрите. Ну да, интересная модель и цвет шикарный. Так что, ну, да, это нам надо, мы тут перед роликом приготавливаем, все можем наложить, потом это, естественно, все убирается по местам. Вот такая вот моделька тоже. По ней мы снимем также ролик короткий. Здесь одно отделение, карман и потайной карман. По этой модели, по цветам мы снимем ролик. Поэтому, девочки, подписывайтесь на наш YouTube-канал, на наш Telegram-канал. Такая модель юбка.
Смотрите, есть длинный плечевой ремень. Так, далее вот такая модель. Также здесь есть карман сзади. Сзади фурнитура серебро, молнии железные. 6500 оптовая цена. И есть плечевой ремень. Сюда вешается. Смотрите, девочки, вот так вот. Такая сумка без фурнитуры. Смотрите, какая шикарная кожа. Сзади карман. Внутри делали перегородку. Кожа очень, вообще сумка легкая. Это для тех, кому нельзя, ну, как бы, вообще, кто любит сумку. И именно большие и облегченные. Здесь саваж, смотрите, на плечо свободно, очень даже хорошо открывается. Такие узелки во флотере, смотрите, такая модель. Внутри есть перегородка, сзади карман и длинный ремень. Сумка-рюкзак, сзади карман, можно носить сумкой, можно рюкзаком. Цвета все есть в наличии, девочки, расцветки. Также я эту модель показывала тоже в коротеньких роликах. Можете все посмотреть. Перегородка, боковые карманы, задние, все есть. Далее, вот такая пчелка. Сумочка 3500. Здесь ручка снимается, также есть в цветах. Ну и здесь можно вообще, наверное, как-то сделать, дополнить ее вот сюда, прицепить. Можно, наверное. Пчелка квадратная, сзади карман. Вот сейчас она такая удобная, сюда зонт, все входит, зиму очень хорошо. Смотрите, девочки, дно на ножках идет, ну, хорошее качество, хорошая кожа, флоттер, внутри все сделано. Я также показывала эту модель, цвета, кстати, вот этот цвет просили у меня показать. Вот он идет немножко такой цвет необычный, он не оранжевый, вот, немножко в персик уходит. Сумочка 5000, оптовая цена. Так, такая модель, она расширяется, кожа флоттер, смотрите, сзади молния, перегородки внутри нет, ну, так как сумка, когда идет на расширение, больше меньше делается. Смотрите. 6500, оптовая цена. Такой, такая модель. Внутри есть перегородка. Вот это действующие карманы. Видите? Сзади карман. Можно ремень больше-меньше сделать. Вот такая вот. Пока у нас вообще показываем только... Ну вот сегодня будет саваж, флоттер. Винтажную кожу покажем в следующих роликах. Пока вот только, девочки, смотрите. Вот такая вот. На три отдела. Это тоже действующие. 6500, оптовая цена. Так, это мы показывали. Так. Вот такая модель. Это на... Любой рост подойдет. Смотрите. Видите, можно, если рост высокий, хотят часто мешки, вот, пожалуйста, на плечо. Можно тоже очень. Такие вот модели тоже интересные. Видите, цвета какие. Есть перегородка,
перегородка на молнии. Цвета есть разные этой модели. Потом вот эта модель тоже из кожи буйвола, очень интересная. Сзади карман, есть длинный плечевой ремень, есть перегородка, смотрите. Даже цвета разные. Хочу показать царапку с карманом спереди, 4500 оптовая цена. Хотя вот эти 6800 у нас идут. Ну, по ценам, если я где-то даже что-то, девочки, забываю сказать цену, в Телеграм и в Ютубе все цены есть у нас. Ну, в коротеньких роликах, смотрите. Еще в Телеграм под каждый, допустим, вы видите, да, лежит, ну, нашли там царапку с карманом. Также есть ссылка сразу, ну, на YouTube, на короткий ролик. Подробно можете рассмотреть. Такая модель 4500, оптовая цена. А, ну, вот мы показывали тоже такой 13500, оптовая цена. Это премиум класса, сумка-рюкзак. Хочу снять текстильную ручку. Смотрите, девочки, вот эта текстильная ручка, 6500, оптовая цена. Смотрите, такая вот. Внутри евро, на молнии она, евро карман. Закрывается очень свободно, на плечо. Кожа флоттер. Смотрите. Да, классно. Как раз подходит твой костюм. Тебе костюм, наверное, понравился сильно. Ты прям... Больше ты мне нравится, чем костюм. Ну, это радует. Красиво. Спасибо. Так, дальше. Давайте узелки покажу. Узелки, девочки, узелки в саваже. 7000 оптовая цена. Это также я показывала, да, вот есть саваж, флоттер, как вот есть буйволиная кожа премиум класса, также есть вот эти фабрики. Там просто все безупречно. Есть дополнительный ремень, карманы действующие. Сейчас я к себе. У меня рост 1,76 м. Вот я показываю. Вообще, когда мы снимаем короткие ролики, мы показываем и нам, ну, я показываю на себе и на Юле по просьбам наших подписчиков, потому что рост у всех разный, ну хотя бы мы с Юлей тоже абсолютно разного роста, и вот чтобы было видно, как на ком смотрится. Смотрите, вот здесь вот 4 ручки, 5 ножек, есть евро карман, она застегивается, это для того, чтобы, почему евро карман, не перегородка, когда вы сумку можете собрать, допустим, захотите вот в таком виде, да, в таком, то есть перегородка будет мешать. Здесь просто все идеально продумано. И в этот раз я отшивала сзади с карманом. Есть карманы. Смотрите. Вот они. Сейчас я покажу. Вот такие вот с карманом. В замше и в коже. По 6500. Вот такой цвет еще есть. Очень красивый. Бронза. И серебро есть, состарившееся серебро, так же, как вот багет. Я не буду доставать его. Вот такой багет, ну, есть и в этом цвете. Ну, это все есть и в Телеграм, и в Ютубе показывали. 6500, оптовая цена. 5000, вот, девочки, такая же модель. Единственное, она идет без кармана. 5000, оптовая цена. 6500 с карманом задним, 5000 без кармана. Давайте по вот этой модели. Шопер в зерне, большой и маленький. Также я отшила его с карманом. Объясняю, когда идет вот этот шов посередине, да, как здесь двухсторонний, это уже сложнее отшивать, делать карман. Ну, смотрите, 6000 с карманом, 4800 без кармана. Вот они у нас идут большие. Большой шопер. Без кармана 5, с карманом 6500. На любителя, кому что нравится, девочки, вот их соотношение. Ну, сейчас покажу, как большой и маленький смотрится. Вот. Еще раз объясняю, 6500, 5400800. Ну, 5400800 это большой и маленький без кармана, 6500 с карманом. Так.
Дальше что-то. А вот эту модельку давайте такую покажем. Вот. Тоже всеми любимая перегородка. Это также идет, как я называю, премиум класс идет. Флоттер у них, фурнитура железная. Все на плечо. Свободно. И, ну, на любой рост, мне кажется. Смотрите, девочки. Вот. Удобная сумочка. 6500 оптовая цена. Вот такие сумки по 6000. Есть перегородка. Сзади карман. Но на ножках. Цвета есть разные. Так, вот эту сумочку сейчас покажу. Смотрите, девочки, 6500 оптовая цена. Вот она. Вообще будем снимать ролики отдельные по мужским сумкам. Есть перегородка. И здесь вот сзади карман. Также кармана вообще не было в оригинале. Карман мы шили. Сделали с карманом. Вообще я сейчас буду, если будет такая возможность, именно добавлять карман. Вот она. 6500 оптовая цена. Вот она, наша красавица. Хочу показать. Тоже получили. Очень хорошо эта модель у нас зашла. 4800 оптовая цена. Коротенький ролик я снимала по этим моделям. Мы ее, ну, привозила, я ее, вернее, под заказ. У меня девушка напросила. Ну вот. Поэтому это для нее второй раз получаем. Ну, хорошо проходит. Есть меховушки, девочки, меховушки, то есть есть разные, они не повторяются. В Telegram показаны с одной стороны и с другой, вот синхронно они лежат. Ну, то есть одно фото вот так вот перевертываешь, другое так, можете смотреть. Поэтому с одной стороны и с другой, как они выглядят. 6500 оптовая цена. Все разные. Внутри карман. Вот так вот сделано. Вот цветы. Да, расцветки разные. Вот такие шанельки. Смотрите, можно так носить, можно так. Смотрите. Такие сумочки. Такая Шанель, большая Шанель елка, мы ее называем. Сейчас поправим. Она идет и через плечо можно носить. Внутри есть перегородка. Есть такая же поменьше. 4000 маленькая. Вот такие вот большие у нас, видите. Девочки, все цены, все в Telegram. Есть вот такие 4800 шанельки маленькие. Такая сумочка 6800. Есть дополнительный ремень. Два цвета. Смотрите. Боковые карманы. Внутри также идет карман. Клад, все. 6800 оптовая цена. Такая сумочка, которую я показывала. Такая модель. Сзади карман. 4500 оптовая цена. Смотрите. Еще можно удлинить. Здесь идет замш. Внутри одно отделение. Потайной карман на молнии. Вот такая сумочка. Вот модели. 3800 оптовая цена. Ремень очень длинный, это молнии по бокам саважа, очень длинный ремень, то есть он будет вот так вот на любой рост, на любую комплекцию. Такие вот большая, маленькая. Смотрите, также я говорю по наличию, по цветам, девочки, в Telegram или в YouTube.
можете просматривать. Такая модель 8500, оптовая цена, смотрите. Классно, да? Все вот такая вот. Есть дополнительный ремень. Квадраты. Вот этот квадрат, вот это клеймо. Это как вот у Шабана сумку я показывала. Все идет именно с этой фабрики. Здесь кожа отличается вообще от другого Саважа. Она вот как сумка-рюкзак. Здесь абсолютно другая кожа. Все идет. Молнии идут железные. 5000 оптовая цена. Вот такая замша покажем. Смотрите. Вот такая вот. 6500 оптовая цена. Дальше вот такие из кожи буйвола. Тоже хорошая и очень интересная модель. 8500 оптовая цена. Перегородка. Сзади карман. Что есть? Да, расцветки есть. Сейчас Юля показывает еще такую модель Фенди. Смотрите. На плечо, через плечо. Да, она делается очень интересная. Вообще надо будет снять, я думаю, вообще коротенький, ну не короткий ролик, нормальный по буйволину. Я говорю, будем делать по винтажу отдельно. Ну, кошелечки. Видите, Рахим, с кошельком. Вот такие лаковые, 2000 в цветах. Есть из кожи буйвола. Вот такие вот. Вот, кстати, видно, да, как кожа прокрашивается вручную. Такие 4500. Есть мужские барсетки. Разные 4500 цены, смотрите. Тоже в Telegram все это есть. Вот такие вот сумочки 4500 за женский кошелек, барсетка. Визитницы. Ну, все есть у нас. Мужские кошельки. Такие вот зажимы. Алхима, покажи свою это. Удобнее будет показывать так. Да, вот, кстати, это, смотрите, что тут у тебя сейчас, сейчас Шабана показывали сумку, всегда что внутри. Так, ну сюда можно купюры каким складывать. Да, кожа, ну у тебя он уже так давно, да, смотрите, допустим, не обязательно доставать все карты, можно вот так вот приложить, ну, куда-нибудь первую, да, если карта Сбербанка, приложили, и все, все. Ну, уже, смотрите, все, он уходит, заходит. Пожалуйста, 1500 оптовая цена. Так, ну, здесь мы, наверное, уже все показали. Ну, вот такие вот есть сумочки, смотрите, разные. Да, Рахим, покажите витрину, пожалуйста. Вдруг что-то сейчас здесь все берем, вдруг что-то не показали. Надо, Юля, давай, если тебя видит, ничего страшного. Да, вы же витрину показываете. Ага, и тебя надо. У вас тоже надо показывать. Да. Я же говорю, там самая красивая девушка здесь. Вот винтаж давай покажем. Винтаж в следующем ролике. Ну покажи. Ну, просто. Покажи, покажи. Мне хочется. А вот, кстати, пряжку покажи. Да, пряжка есть разная, да, тоже. Да не снимай, Юль, так видно, ее уже показывали. А, вот эту модель покажи, вот, дайте на виду. Вот, вот, вот. Тоже такая очень удобная, хорошая сумка.
Мы рады. Все показал, походил. Юля, иди сюда. Оставит. Да, Юля тут уже. Сейчас будем витрину, все это на место будем вешать. Девочки, хочу поблагодарить вас за ваши комментарии, за ваши отзывы, ну, за то, что вы подписываетесь на наш канал. Еще раз говорю, подписывайтесь. Итальянские сумки у Оксаны, и любая сумка будет по оптовой цене. Также есть ссылка на телеграм-канал под каждым роликом. Так что спасибо за то, что пишете мне свои отзывы в личку. Ну, когда получаете сумки, все, сразу смотрю, девочки отписали, все, пришло, все хорошо. Как делать заказ? Сейчас, немножко, минутку. Как делать заказ? Просмотрели ролик, короткий ролик или в Телеграм отправляете мне? Вот в начале ролика мы показываем сюда визитку, вот на этот номер, Оксана, вот 8-926-284-04-07. На этот номер пишите мне в WhatsApp любой скриншот, понравишься вам модели. Далее все определились, цветом выбрали, все, я подтвердила, что этот цвет есть в наличии. Потом следующий этап, перевод денег. Переводите деньги мне на карту, либо карта привязана к этому номеру телефона. Только мне. Работаю вообще с клиентами только я. Ну, как бы по переписке, по переводу денег. Перевели деньги, высылаете ваш адрес. Отправка у нас есть в ДЭК, есть почта. Почта чуть-чуть дешевле. Ну, не чуть-чуть, дешевле. Первым классом мы отправляем только куда-нибудь, ну, Камчатка, Хабаровск, Магадан. Ну, девочки в основном туда первым классом заказывают. Так здесь нет смысла заказывать первым классом. Посылки доходят очень быстро. По Москве мы делаем отправку, да, клиенты просто мне, ну, отписываются сразу, получили. Один день идет посылка. Подмосковье 2 дня, Питер там 2-3, ну, 3 дня может идти до Питера. Ну, это уже, и всегда, девочки, отслеживайте по трек-номеру. Чтобы не получилось так, не ждите вы уведомления, что вам принесут с почты. У меня вчера буквально был такой случай, ну, вот Шабан делал отправку, говорит, пришла посылка, вернулась назад. Клиентка ее ждет, она ждет уведомления, уведомления нет. Поэтому, ну, может, в соседней ящике бывает разное, да, где-то как-то не донесли это уведомление. Поэтому они взяли, отправили посылку обратно. Вот нам пришлось повтором ее отправлять. Поэтому по трек-номеру, я всегда высылаю квитанции. В квитанции есть трек-номер. Кстати, дай хоть одну квитанцию. В квитанции есть трек-номер. Вот по нему отслеживайте всегда. И не забывайте про почтовые вот эти расходы. Так как к нам клиенты сюда приезжают, да, вот стоит сумка 8500. Вот клиент приехал сюда, он ее купил на месте за 8500. Ну, я еще раз говорю, это все идут оптовые цены. Мы делаем отправку, но вот такая сумка может стоить, отправка рублей 300, да, там 350, смотря куда. Поэтому обязательно надо... Спасибо. Обязательно надо, ну, вот эти почтовые расходы, вот, вот такой может быть, да, там разные цены, 414, 236, вот этот итог, вот только вот этот итог, вот эту сумму любую, какая будет у вас стоять на, ну, квитанции, вы должны отправлять мне. Вот он стоит, так, где он, вот это вот, трек-номер, по вот этому вот любой будет, какой стоять у вас трек-номер, по нему вы должны отслеживать посылку. По трек-номеру. Заказ делать на вот этот, только на вот этот номер. Здесь, почему показываем визитку? Кто-то там было, что возмущались. Объясняю, здесь стоит линия, здесь есть второй номер телефона. Это на крайний случай позвонить, если Шабану. Это крайний случай. Вообще писать только мне. Только писать, не звонить. Здесь есть адрес, как нам добраться. Ну вот, линия, все это. Потом... Визитку всегда можно заскриншотить. Ну, вот для чего мы печатаем, да, тысячами вот эти визитки. Они у нас расходятся очень быстро, берут клиенты. Когда онлайн, вот так вот снимаем, визитку можно заскриншотить, и она будет у вас, переслать кому-нибудь там, ну, то, что такое тоже часто бывает. И она у вас будет сохраняться всегда в телефоне. Для этого и показываем, будет мой номер и как добраться сюда. Ну, убивать торговый 14 километров кат, вот это все есть на визитке. Так что, девочки, еще раз спасибо вам большое и подписывайтесь на наш канал. Все, всех люблю. Всем пока. Спасибо, пока-пока.